Поехали. Мне кажется, камеру ему надо маленько назад сделать. Да не, нормально, когда разгоняет, нормально ходит назад. Когда разгон идет, то она вообще... Ты не отстаешь там? Ну, что-то забить. А я тебя вообще не вижу. Ну, ты прыгнул? Да. Ну, я еще только на трамплин заходил. Летел. Ух ты! А чё? Не спать, не спать. Нормально он управляется, кстати. Нормально, так я его там крутил, вертел вчера полночи, наверное. Раскачал его. Пододвинь, дай хоть заправиться. Такой встал. Стало не подъехать, что-то я как-то подлетел. Ну, кстати, я и на трамплине нормально. Нормально, вообще так прошли, обалденно.
Вообще нормально, блин. Да поглядишь потом на этом, на записи, обалдеть, вообще нехорошо. Эту машину, конечно, блин, надо ее убирать отсюда. Сейчас карту будем прорабатывать. И оба, все, я в лес ушел. Я уже чинился, там ремонтные части, кстати, есть на нем, можно починить. Там и на фарах, и на решетке, по-моему. Все уже починил. Я уже второй раз чиню, по-моему. Да что ты? За тобой пошел, блин. Я уже забыл уже, где повороты тут. Начинаю пропускать их просто. Я сегодня готовился нормально, как бы ничего. Спокойненько. Эх! Бортанул меня. Бортанул? Да, я хотел тебя обогнать, а ты мне сзади, слева, с левой стороны, задом своим, прям в морду, и меня в деревья. Прикинь, ты, а у меня даже ты не догонял меня. Задержка. Такой лютый поворот, да? Можно у него спокойно подойти. Ох ты, ем! Вот это подстава! Опять тебя вставил сзади. Не зря запаска висит. Как отбойник сработало. Да вообще, как кирпичную стену воткнулся просто. Ну так он нормальный, да? Вообще нормальный, да, крутил, вполне. Крутил, вертел вроде вчера, считай, полночи там, и сегодня еще встал опять с утра. Надо было 3 тонны взять. Для этого, для комплекта. Ну да, можно было, кстати. Нет, раз прикольно получилось. Цвета хорошие. Прямо вот эта желтая рама вообще прикольно смотрится с самим красным. Ах, разом. Меня развернуло. Развернуло. Слегантушечка. Ну да, тут буквально, знаешь, один раз развернул, и соперник улетает вперед. Ну я тут тоже могу улететь куда-нибудь. Ну да, тут все так и рассчитано, что, знаешь. Но. Как в обычных нормальных гонках. Чуточку проспал и все так уверенно. Потом это надо еще эти фары надо тоже на лоб повесить. И в принципе, наверное, все. Уже тут чисто уже на пакел потестить вот на эти. Ну ты куда пропал-то?
типа, или сел там на что-то. Стой. А? Да, я починиться остановился. А, ты, я думаю, что ты пропал-то куда-то. Смотрю, машины нету. Ты на этом, на Урале был. Давай заскриним. Подожди, у меня тут ветка мешает, немножко вперед. Во. Оп, все. Все, есть. Вообще ништяк. Давай газуй. Вот сейчас будет прыжок. О-о, меня тут понесло. Переключился на этот вид из кабины. Да. А тут месиво. Вообще, у нифига, он по грязи идет хорошо. Легко прям. Вокруг этой горки вообще тяжелая грязь такая, глубокая. По жизни где-то он, да, нормально чешет. Что, давай картами заниматься?